В областном центре строят 52 многоэтажных жилых дома. Сегодня в Кызылорде сданы в эксплуатацию 2 40-квартирных дома. Строительство 2 40-квартирных домов началось в прошлом году, и вот в преддверии Нового года 80 семей справляют новоселье. Большинство новоселов – военнослужащие, сотрудники сферы образования и здравоохранения. Как вы знаете, год был непростым в связи с пандемией. Несмотря на это, в области все госпрограммы реализованы. Нурлы жол, Нурлы жер, аул Ельбисыга, дорожная карта занятости и другие программы. И сегодня мы являемся свидетелями реализации одной из таких программ. Сданы свыше 500 квартир, остальные будут введены в строй в следующем году. С новосельем. Желаю благополучия вашим домам. Сотрудник приграничной службы получил квартиру на левом берегу. По программе «Нурлы жер» собрал 20% и получил кредит под 5%. Новый год буду справлять в новой квартире. Сегодня получила квартиру трехкомнатную. В течение года пополняла депозит и получила через государственную программу. И сегодня же был открыт четырехполосный мост через канал Шеркииле. Проект реализован в рамках госпрограммы «Нурлы жол». Мост позволит загрузить движение в городе. Также завершилось строительство дороги на левобережье протяженностью 5 километров. В будущем здесь будет большая развязка. В этом году на эти цели из областного бюджета выделено 500 миллионов тенге. Стоимость проекта 4,5 миллиардов тенге. Остальные средства будут выделены в следующем году. Сдача в эксплуатацию ожидается в 2022 году. Галымжан Жамназар, Азамат Аюсхан, Бугембай Басилов, Турихан Кожахметов, телеканал Кызылорда.